В многоэтажке на Визе сосед хулиганит по-большому. Из окна нехорошей квартиры летят бутылки, шприцы и фекалии. Несколько месяцев подряд мужчина превращает двор в выгребную яму. За чистоту нрава вступился городской дозор. Он попытался выяснить, как выселить тех, кто путает унитаз и форточку. Хозяин квартиры на 6-м этаже использует черемуху под окном в качестве туалета. Во всяком случае, по словам соседей, именно таким способом он справляет нужду. Свои фекалии мужчина, жалуется местные, выбрасывает прямо с балкона. Мешки частенько застревают в ветвях, и такая картина отравляет жизнь окружающим. Вышел на кухню и в окно посмотрел, а тут вот это вот, понимаете, висит. Вот какой аппетит чашку кофе выпить? Цветет мешками и дурно пахнет у них с начала весны, говорят жильцы дома. Оказывается, у хозяина долг за квартплату. И, по всей видимости, ему перекрыли канализацию. Вот он и гадит соседям вместе со своими гостями. А у него еще живут друзья, товарищи. Сегодня вот 5 человек вышло. Раз вышло, второй раз. Они где? Тоже такое же, значит, они делают. Максим! Вот только до хозяина мы не достучались. Но параллельно выяснили, что от этого человека страдают не только люди. Я не знала, что у него собака. Он с ней не гуляет, ничего. А тут прямо такой крик, визг и храп. Вот это. Он ее, видимо, схватил и душит. Раз она гадит, он не гуляет с ней. На 1-м этаже располагаются магазины. Продавцы и покупатели жалуются. На них летят не только экскременты, но и пустые бутылки и шприцы. А это уже повод для визита участкового. Приходят, пишут граждане, я же всем объяснял. Будет заявление, будет какая-то мера на него принята. Без заявления-то я тоже только побеседовать могу с ним. Но беседы не помогают. Поэтому юристы рекомендуют поднять вопрос о выселении. Ведь сосед не соблюдает правила общежития. Такой иск вправе инициировать только органы местного самоуправления. Для этого жителям необходимо с соответствующим заявлением обратиться в администрацию города и приложить к нему фото, видео, аудиоматериалы, подтверждающие невозможность сосуществования. Юрий Шумков, Алексей Богданов, «Городской дозор».